18 апреля в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» проходили соревнования по плаванию в рамках чемпионата России. Пловцы должны были выполнить нормативы, чтобы попасть на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Одну из возможных путевок получил наш земляк, воспитанник оздоровительного центра «Дельфин» Евгений Рылов. В полуфинале Женя занял второе место. Ребята, которые вышли в финал, они были очень сильные. Это Тарасевич и Ульянов. Но в полуфинале были вторые. Но для нас дистанция, которую любят, где хочет Женя Рылов взять золото, можно так вот сказать, да, хотеть можно все на Олимпиаде, это 200 метров. Но 100 метров для нас играло огромную роль чисто психологически. В финале Женя победил с результатом 53,4 секунды. Благодаря победе он поедет в Рио со своим личным тренером Андреем Шишиным. Надо сказать, что на финальном заплыве у Евгения была большая группа поддержки. Все ребята, вот 20 человек, спортсмены, которые поехали болеть, которые скандировали Рылов Женя, это много значит. Это, наверное, все придает силы. Ну и, конечно, он у нас сам умница. Много работает. Программа подготовки к Олимпийским играм уже расписана. Тренировки будут проходить в центре «Дельфин» на озере Круглое и острове Тенерифе. А за 20 дней до старта Олимпиады Женя в составе сборной России прибудет в Рио-де-Жанейро. Желаем удачи нашему спортсмену.